Такой группы у меня еще не было. Худые парни с худыми ручонками были. Но девчонки... А что вас смущает? Раз уж мы решили прийти в тренажерный зал, значит, есть там серьезная необходимость. Знаете, как сложно заставить себя заниматься на физкультуре, а вот так в тренажерке вообще фантастика. Бывало? Проснешься. Как птица зажатой пружиной на взводе. И хочется в зал, и качаться. Но к завтраку это проходит. Ну да. Если уж пришли девчонки в зал, то только для того, чтобы похудеть. Угадал? Лично я всегда готова расстаться с лишними килограммами. Но вот тело мое жадное, что наело, фиг отдаст. Моя бабушка говорит, что самый популярный тренажер – это огород. Культуристы мечтают превратить свое тело в произведение искусства. Прекратить разговорчик и смотрим, что нужно делать. Поднимала? Никогда не было такой необходимости. Вообще-то мы занимаемся в школе моделей. Кто придумал эти тренажерку? Модели должны быть стройными, а не накачанными. Девчонки, ну вы будете тренироваться? Всю тренировку проболтали. А вы сами-то хорошо тренировались и штангу поднять сможете? Да я раньше поднимал штангу 400 килограмм. Да не может быть, 400 килограмм и рекордсмен мира не поднимал. А я поднимал. Правда, не поднял? Тренировка настоящего спортсмена делает счастливым человеком. Правда, я сегодня не очень рад. Для полного счастья всегда чего-то не хватает. То штанги, то гантели, то тренажеров. Ладно, что-то я сегодня устал. Да и с девчонками какая тренировка? Все, чешите по домам. Да, что-то у нас не задалось с тренировочкой. По домам? Культуристки. Ну, давайте хоть в тренажерке порядок наведем, а то жалко его. Устал, намаялся. Субтитры сделал DimaTorzok.